Компания Square Enix представляет новый проект Avalanche Studios Just Cause 3. Огромный открытый мир Just Cause 3 предоставляет игроку более 1000 квадратных километров свободы от неба до морского дна. Большой выбор оружия, гаджетов и средств передвижения позволит вам устроить хаос всеми доступными способами. Рико Родригес возвращается на родную землю своей матери, красивый средиземноморский остров Медичи, чтобы освободить его из-под гнета жестокого генерала Диравелла. Диравелла, опьяненный властью, держит бразды правления Медичи железной хваткой, застраивает весь остров военными сооружениями и содержит большую личную гвардию, которая должна защищать его. Зачем маленькому острову такая колоссальная армия? Диравелла нужно гораздо больше, чем остров Медичи. Главной его целью является мировое господство. Рико твердо решает вернуть Медичи к мирному прошлому и отправляется уничтожать армию и военные базы Диравелла всеми доступными способами. Арсенал Рико содержит обновленный крюк, который можно использовать где угодно и как угодно, для перемещения по зданиям, в роли оружия и даже для выполнения захватывающих трюков. Теперь игроки могут связывать несколько объектов тросами, что позволит осуществить целую череду взрывов и разрушений. Новая функция ручного стягивания делает крюк еще более гибким инструментом. Вы можете таранить транспортом блокпосты, привязывать вражеских солдат к взрывоопасным баллонам и обрушивать вертолеты. Вы можете даже разрушать объекты крюком или создавать шаровые тараны. Ваши возможности без преувеличения безграничны. Парашют стал более надежным средством перемещения во время битвы. Рико может стрелять, сохраняя высокую точность, как из двуручного, так и из одноручного оружия. Так что комбинация парашюта и крюка дает Рико невероятный боевой потенциал, на фоне которого меркнет любая другая игра. Кроме того, воздушный арсенал Рико дополняется новейшим вингсьютом, дающим ему полную свободу передвижения в небесах. В распоряжении Рико множество пулеметов, дробовиков, пистолетов, гранат и ракетниц, а также бесконечный запас взрывчатки С-4. Всего этого хватит для красочной череды взрывов и убийств. На Медичи можно найти более 80 воздушных, наземных и морских средств передвижения. От спортивных автомобилей до сверхзвуковых самолетов, огромных грузовиков и тракторов. Каждая модель проработана до мельчайших деталей. Средства передвижения состоят из скрепленных частей, зон деформации и взрывоопасных топливных баков. Здания, базы, заправочные станции — все взрывается по-своему, в соответствии с законами физики, создавая симфонии непредсказуемого хаоса. Все эти вещи сплетаются воедино в невероятных миссиях Just Cause 3. Продвигаясь к цели, свергая базы генерала и освобождая города в открытом мире, вы будете получать доступ к новым средствам передвижения, оружию и объектам повстанческих сил. Диравелла знает, где ты, и тебя уже ищет огромная армия. Игровой мир полон испытаний и коллекционных предметов. Задания и сбор предметов отслеживаются онлайн, так что можно похвастаться перед друзьями. Испытания — это гонки, схватки на свалках, соревнования в меткости, трассы для вингсьюта, обезвреживание бомбы и безумные серии разрушений. Выполнение этих миссий открывает доступ к новым модификациям, усиливающим взрывной потенциал Рико и его средства передвижения. Благодаря бесконечным возможностям нести хаос и разрушение на тысячи квадратных километров средиземноморского рая, Just Cause 3 меняет представление об играх в жанре Open World. Square Enix и Avalanche Studios. Декабрь 2015-го. Гори все огнем!